Ну что, Люд, скажи несколько слов, пожалуйста, свои ощущения о нашем сегодняшнем тренинге, который назывался «Игротрансформация». Ну, мне он очень понравился, как все тоже предыдущие тренинги и вебинары, которые я слушала Насти и Кирилла. Мне очень понравилось, в первую очередь, то, что действительно эти вот проблемы, которые они в глубине, да, они поднимаются наружу и решаются не с помощью каких-то тяжелых методик, а именно с помощью игровой технологии, да, то есть вот, все это так обыгрывается очень неплохо и хорошо, и не говоря же о атмосфере, конечно, мне, как всегда, очень приятно, спасибо, Настенька, за общение, это всегда так мило очень, да, и весело. Доверительно, что очень важно для вот, непосредственно психологических каких-то решения психологических проблем, которые нужно из себя вынести на поверхность. Вот. И очень понравилось, естественно, как Настя с Кириллом в тандеме своем, да, вот помогали сформулировать решение, пути решения из этих проблем. Вот. И понравилась очень методика по проблемам решения с именем, да, то есть вот это. Сказать, проблема, которая с детства тянется за тобой, да, которая привязана к твоему имени. Может, вот чуть-чуть поподробнее, ну, несколько слов. Подробнее. Если хочешь. Не хочешь, хорошо, не буду. Ладно. Еще не готова. Хорошо. Можешь переварить. Да. Ну, единственное, что могу поподробнее сказать, что несколько проблем, которые вот они были во мне, чувствовались во мне, да, они, в общем-то, с легкостью, такими нестандартными способами помогают, так сказать, есть пути решения этих проблем. Спасибо большое. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо.